первое, это вот, виртуальная реальность, что человек чувствует, да, вот так вот, как будто на высоте. А на самом деле он на земле, понимаете? На земле. Слушайте, а нам же нам придется позвать. Нам же человека придется позвать. Володю. Как будто он, человек, который на ниточке вот здесь гуляет. А вот здесь вот как будто на самом деле. На земле. Нет, там не просто спать. Можно вот так вот сделать. Хочешь, потом на второй уровень. Третий уровень. Что же такое, что вот. Идея понятна. Давайте еще послушаем человека. Можно сделать две группы. Одна работа на Я предлагаю сначала иначе они будут двигаться. Нет, я понимаю. Значит, ну, работать с материалом в доске. Поймем, что делать. Нарисовать на бумаге, что мы хотим, да, там сделать. Надо по зонам разбить, во-первых. Разные зоны отличаются свои условия аттракционов. И нам его наши фишки надо объяснить. Смотрите, сейчас получается, вы должны сделать предложение человеку, да? Потом просто как бы подрасти к этому. Да. Какие машины у нас отдыхают? Давайте человек как будто идет на тонкой канате через канат, а на самом деле он идет здесь, просто по полу, но у него шлем есть, такой виртуальный реальность. Виртуальная реальность не очень-то интересовала. Мы же поняли, что она его не очень интересует, это как дом-сервис. Живое? Давайте я начну, а вы меня поправили. Мы отказались идеи, да, дополненной реальности. Интересно, что ли? Неинтересно, сказали. Это можно делать на компьютере. Ну, а прыгать-то на батуте и лазить на веревке-то как? А вот мы сделаем между курсом. Дома на компьютере этого не сделаешь. Это совсем виртуальное будет. Нет, когда люди занимаются одним делом, уже прикольно. Да. Давайте вот так. Мы явно собьем с толку людей, которые попытаются понять, что это у нас такое, потому что все внимание будет на этот объект. Молодец, Чулпан. А на самом деле мы нарисуем, да? Так же вы говорили. Так, а сейчас объяснить можете, что как вы хотите объяснить это особо? Рассказ, можно листки бумаги? Что за уровень, что они обозначают? Я вот не понял, на самом деле. Ну, я пришел, я не понял. Нет, это попытались виртуальную эту сделать. То есть это комната? Или это все-таки уровень? Разные зоны? Еще люди? Да. Это как фильм «Чужие», там люди в стенах такие. Не, мне кажется, буквально будем понимать многие. Ну что у нас тут? Ну, давай рассказывай, что это такое. Мы готовы. 5 баллов. Засмел. Круто. Я заметил, что у нас вообще разные представления. Побольше бутылок хороших и разных. Смотрите, давайте за основу все-таки мы берем. Это какой-то аттракцион, да? Помещение или улица?
Давайте каждый расскажет, как он себя представлял. Вы, я так понял, начали. Я, знаете, вообще примитивно представлял. Приходит человек на батут, да? Он просто прыгает. Кроме ощущений падения на попу и на спину, у него вот здесь, вот в этой штуке, что он прыгает в горах, например, где-нибудь. Да, ну вот, вот как-то вот так. Я даже от ужаса снимать перестал вас. Давайте поговорить каждый. То есть первый вариант – это очки, и мы дополнили реальность, да? То есть мы надеваем очки, например, человеку, закрыли глаза, да? И он ходит там с мечом или как трогает других людей, которые думают, что это монстры, к примеру, да? Это один вариант. Это один вариант. Это виртуальный. Я предлагаю так, он видит часть предлагаемых обстоятельств, то есть он лезет по лестнице, он лестницу видит, иначе он упадет и упадет. Но он видит не лестницу, а как будто он по веревочной лестнице ползет в горах. Хорошо, давайте, вот, ну, есть два понятия. Есть виртуальная реальность, когда ты одеваешь просто вот шапку на голову, и оказываешься там. Вокруг ничего не видишь. Да. Это нам не, это, для нас это не вариант. У нас дополненное. Можно дома делать. Да, 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 да. Дополнительная же реальность. Это ты одеваешь очки, так на я бегу в глаз. К примеру. Это, видишь, что да. У тебя перед тобой есть. Но при этом... Тебе дорисовывают. Дорисовывают, да. Ты ходишь с этим шлемом и делаешь задание. На самом да. деле пустое помещение, просто ты под это помещение можешь любую... Да. Это виртуалка, это виртуалка. У нас не виртуалка. Дополнены белые стены. А нет, а зачем белые стены? Нам аттракционы нужны. Нам нужны атрибуты и вот и инвентарь. Ну да. А если уже есть вот это как помещение, да, какое-то вот корпус современный антипарк, то сюда уже как-то что-то в офисе. Как бы тут вот, что-то, я не знаю, как бы музыку. А я предполагал реальный парк с декорациями, просто с дополненный как бы чем-то еще. Ты едешь по американской горке, грубо говоря, да? Но ты, у тебя пропасти там не пропасти. Ты можешь включать разные варианты пропасти, либо ты летишь на космическом корабле, да. либо ты плывешь на водопаде, то есть ты меняешь обстановку, как ты хочешь. Да. Какие-то очень острые. То есть в плане вот типа, какая там уже, да? Это мы исключаем. То есть сейчас работаем только с очками. С дополнительными, с очками. Ну, к примеру, смотрите, можно еще один пример. Можно еще один пример приведу? Вот классический детский аттракцион, там, ударь там кувалдой по это, и поднимется эта штука, как бы, да? Вот. Если в очках, то ему еще что-то предлагается из этого. Например, там, динозавр, да. Если он ударил плохо, его динозавр жрет. Ну, ну что-нибудь вот такое вот. Ну. Батуты, картинг, пейнтбол, веревочные лестницы, веревочные городки, точнее, скала, велосипед, велосипед тоже. Можно вас попросить написать, а то у меня руки заняты. Велосипед еще, веревочный городок. Веревочный городок. А еще комната смеха или там страха, кому что надо. Ну, кривые зеркала, в общем. Комната смеха, кривые зеркала. Машинки обязательно. Машинки, аттракцион. Да. Это мое. На базе чего? Ну, типа Шурале. И это, и эти всякие горки. А мы для чего напишем? Это сейчас все есть на парк. Что нам делать? Не знаю. Да-да. А вот это корпусом. Давайте раз. Все ломайте. А, смотрите, вот это корпусом. И туда, и обратно. Бутылки бьем о пол, да? Создали какую-то форму, да? Не будем это зачитывать, да? Нет, надо суть отобразить в этой инсталляции. В чем наша суть? Сейчас. В чем наше ценностное продолжение? Давайте фантазируем тоже.
А нарисуйте может, еще на листочках бумаги людей. Вот они люди. Вот человек. Звери. Паук такого размера человеческий рост, мне кажется. Да, паук, динозавр. Я могу кораблик сделать. Да, динозавры. А вы же хотели, дайте покажу общий интерфакт. Потому что здесь для детей, для девочек развлечения. Да, потому что показывают, что все семьи здесь можно отдохнуть. Да-да. Мы как бы развиваем свою специализацию нашего парка. Но мы же предлагали то, что, допустим, человек может пойти с сыном или там. Вот здесь, может быть, машинки, вот так? Татьяна, вот здесь, первый раз без парка, отсутствие денег. Я храм очень страшный. Стоп, на входе давай. Сколько раз давай, на входе давай. Нет, давайте все-таки к нашим проблемам вернемся. Экстрим парк наш. В чем? Смотрите, что вот отсюда, если он катится, то он в одно прикатывается, а куда в другое. Чупан, не акцентируйся, там суть главное реализовать. Что мы хотим, что мы. Пойду я пошпионю. Другие столы. Как наш парк больше не. Как он будет